В этом году 28 ноября с космодрома «Восточный» ракетоноситель «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли. Районы падения фрагментов, отделяемых ступени ракеты, проходят через границы Вилюйского района, в связи с чем на местах работает группа специалистов Роскосмоса. В данное время устанавливаются палатки для работы сотрудников и развернуты локаторы для поисков фрагментов ракеты. Помимо этого, для обнаружения упавших фрагментов будут использованы беспилотные летательные аппараты. Вот. И визуальный поиск уже непосредственно с вертолета. Что могут увидеть или услышать жители близлежащих населенных пунктов при моменте пуска? Если будет ясная погода, они могут увидеть неверный след, как от самолетов, которые здесь очень часто летают по трассе. Если погода будет не ясная, то услышат отдаленные раскаты грома и не более.